Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака». Любовь и предает, и силы придает. Она бросается стремглав на амбразуру. В бездонный океан она проходит вброд. Она сама себе свобода и цензура. Любовь, предание, предчувствие, каприз. Она и преданность, и приз, и предвкушение. И даже падая бескрыльно вниз, она незримо совершает восхождение. Любовь примчится, оседлав коня, или пройдет канатоходцем чинно. Она допьет до донышка коньяк, чтоб притвориться девственно невинной. Любовь и стражник, и отчаянный беглец, она ломает стены и преграды. Неведом ей безнравственный конец, даже когда не очень ей и рады. Любовь-предатель с яркой мишурой. Она ревнива и реванша хочет. Она стать может даже не живой, чтоб не прощаясь раствориться ночью. Любовь и боль, и страх, и пустота. Она и лекарь, и разносчик счастья. Она аншлаг, исполненный свиста. Она король и туз единой масти. Любовь отнимет все и может все отдать. Она в подонка превращает гуру. Она заставит праведника лгать и выставит премьер-министра дурой. Любовь антракт и действие. И ложь, она драматургия и эстрады, она подсунуть в руку может нож, когда почувствует опасность рядом. Любовь рассыплется и превратится в дым, а вскоре будет праздновать рождение и пнет ногой того, кто нелюбим, и даже оправдает преступление. Любовь колдунья, жертвенно чиста. Она то друг, то враг, а то приятель. Она и путает, и выдает места. Любовь и преданность, и призрак, и создатель. Это стихотворение, которое я написала когда-то и называла «Любовь», мне кажется, как нельзя лучше подходит к ней. Если вы будете писать обо мне, ни в коем случае не называйте меня великой и гениальной. Так говорила эта женщина, которой судьба уготовила свой сценарий, не на похожий ни на чей другой. От самой вершины славы и успеха, покровительства самых сильных мира сего до тюрьмы, пыток, побоев, лагерей, голода и несломленной воли. Что творилось в ее душе, знала только она сама. Выживала она благодаря своему мощному характеру или вопреки всему? Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами в студии Валерия Коренная, за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Сегодняшняя программа об актрисе Татьяне Акуневской, красавице, разбивавшей мужские сердца и свою жизнь. Даже тех, кто не видел фильмов, с ее участием наверняка не только заинтересует судьба ее, но и заставит восхищаться этой женщиной и сопереживать ей. Татьяна Акуневская родилась 3 марта 1914 года под Москвой в Завидово, в дворянской семье. Отец Кирилл Титович Акуневский был полицейским приставом, а в гражданскую войну воевал на стороне белогвардейцев. И вот когда это выясняется, его дочь в 3 классе выгоняют из одной школы. Она оканчивает другую, устраивается курьером в Народный комиссариат просвещения, а вечерами учится на нелюбимых ею чертежных курсах. Вот это идея родителей, чтобы Таня поступила в архитектурный институт. Но судьба поворачивает в свое русло. Однажды к ней подходят на улице и приглашают сниматься в кино.
В это время отца в очередной раз арестовывают, как бывшего белогвардейца. Жить не на что. Таня впервые перешагивает порог киностудии и влюбляется в Митю, Дмитрия Варламова, будущего режиссера. Влюбляется без памяти, и когда он делает ей предложение, она тут же дает согласие. Отец категорически против, дочке же всего 17. Но ей нужны свои уроки и свои шишки. Первый брак будущей звезды окажется неудачным. Акуневская скажет, что главной ее ошибкой было нарушение заповеди, которую преподал отец. Выходить замуж за людей своего круга. «На свадьбе я сломала каблук», — напишет потом Татьяна Кирилловна в своей книге «Татьянин день». И кто-то сказал, что это плохая примета. Муж ее будет вести вольный образ жизни, грубить молодой жене, избивать, ревновать к успеху. Появление на свет дочери Инги его не изменит. И вскоре родители Акуневской, видя ее мучения, настоят на том, чтобы она ушла от Варламова. Но в юной актрисе уже поселилась вот этот самый бацилла под названием кино. Она мечтает стать профессионалом кинематографа. Удача улыбнется ей в 1933-м, когда ей исполнится 19, и начинающий режиссер Михаил Ром предложит ей роль в фильме «Пышка» Помпасану. Именно такой видел режиссер свою героиню. После этой картины Акуневскую заметят и предложат главную роль в фильме «Горячие денечки». Вот он и станет визитной карточкой актрисы. Увидев ее в этой картине, живую, такую яркую, темпераментную, режиссер Николай Охлопков пригласит Татьяну в свой реалистический театр. Ее первой ролью станет роль Наташи в пьесе «Горького мать». Затем будут спектакли «Калабриньон», «Трактирщица», «Железный поток», другие. И, казалось, удача и успех отныне должны ее преследовать. Но в жизни Акуневской все меняется с кинематографической скоростью. 1937. Вновь арест отца, который всегда для нее является образцом настоящего мужчины. Арестуют его вместе с матерью, бабушкой Тани. Но на сей раз из тюрьмы их уже не выпустят. И расстреляют. Прямо на кладбище, у заранее вырытой могилы. Родные узнают об этом только в середине 50-х. Татьяну Акуневскую, как дочь врага народа, уволят из театра. Снимут с роли в фильме, в котором она только начала сниматься. Однако и это испытание не может ее сломить. Она уезжает в Горький, где ее берут в театр, а дочка с мамой остается в Москве. «Нужно было думать, как прокормить маму и маленькую дочь», — скажет она позже. «Мне удалось избежать искушения выйти замуж по расчету. О, если бы вы знали, какие у меня были поклонники», — напишет она. Акуневская не преувеличивала. В нее действительно были влюблены многие знаменитости. И Николай Охлопков, и поэт Михаил Светлов, и музыкант Эмиль Гилельс. Но она в 1938 году, когда ей 24, выбирает в мужья номер 2 преуспевающего писателя 30-летнего Бориса Горбатова. Он влюбится безнадежно, а она потом признается, что это был единственный компромисс в ее жизни. Горбатов будет баловать жену дорогими подарками, деликатесами. У них будет не просто автомобиль, Мерседес. Акуневская всегда будет благодарна мужу, но любви к нему испытывать не будет. «Мужа я никогда не любила», — скажет потом актриса. «Сначала не поняла этого. Горбатов был из чуждой мне среды, другие привычки, взгляды, чувства. Почему не ушла, когда поняла? А как содержать семью? Продавалась? Да, продавалась. Ради мамы, дочери. Пусть в меня бросит камень, кто без греха. Когда стала зарабатывать, хотела уйти, он божился, что изменится, вставал на колени, клялся вечной любви. Не хватило мужества оставить его». Как и писатели, о Горбатове Акуневская будет отзываться плохо, величая его тупицей. Ей, человеку талантливому, будет нелегко находиться рядом с придворным неталантом. А жизнь продолжается. Премьеры, спектакли, после которых приемы, банкеты. Акуневская умеет держать удар.
и умеет выпить много и без последствий. В 40-м году выходит фильм Николая Сапковича «Майская ночь» с Акуневской в главной роли. Режиссер тоже будет в нее влюблен. Через год вместе с Петром Олейниковым она снимется в фильме «Александр Пархоменко». Ее экранная героиня сыграет с ней злую шутку. На нее положит глаз народный комиссар внутренних дел Берия. Он пригласит принять участие в кремлевском концерте, заедет за ней лично в назначенное время на черном лимузине. Из машины выйдет полковник и усадит актрису на заднее сиденье рядом с Берия. Он был весел, игрив, достаточно некрасив, напишет Акуневская, дрябло ожиревший, противный серо-белый цвет кожи. Оказалось, мы не сразу едем в Кремль, а должны подождать в особняке, когда окончится здесь заседание. Входим, полковник исчезает. Накрытый стол, на котором есть все, что только может прийти в голову. Я сжалась, сказала, что перед концертом не ем. Он начал есть. Некрасиво, жадно, руками. Пьет вино, пьянеет, говорит пошлые комплименты. Какой-то Коба меня еще не видел живьем. Спрашиваю, кто такой Коба? Ха, вы что, не знаете, кто такой Коба? Ха, это же Иосиф Виссарионович. В 3 часа ночи Акуневская встает, чтобы ехать домой. Берия протягивает бокал и говорит, что если она не выпьет, он ее никуда не отпустит. «Я стоя выпила», — напишет она. Но он обнял меня за талию, стал подталкивать к двери и, противно сопя в ухо, тихо сказал, что поздно, что надо немного отдохнуть, что потом он меня отвезет домой, и все. Провал. Когда о произошедшем узнал муж Борис Горбатов, то, по словам Акуневской, он заволновался, забегал мелкими шажками, затылок его налился кровью, он что-то залепетал, и в результате не он, а она вынуждена была его успокаивать. В 43-м году, во время войны, Акуневскую берут в труппу театра Ленинского комсомола, а в 46-м ей, как одной из красивейших актрис советского кино, предлагают отправиться в заграничное турне по 5 странам. В том числе в Югославию, где в это время с большим успехом идет фильм с ее участием «Ночь над Белградом». Актрису Югославы встречают особенно тепло. В ее честь руководитель страны Иосип Броз Тито устраивает прием. Он не сводит глаз с Акуневской. Он предлагает ей остаться навсегда в Хорватии, где обещает построить для нее киностудию. «Потом мы обязательно поженимся», — говорит он. Акуневская не решится остаться в Югославии. Их роман будет продолжаться еще какое-то время и выглядеть романтично. Майским вечером 47-го года в театре имени Ленинского комсомола идет спектакль «Сирано де Бержерак». Аншлаг, полный зал, восторженные лица зрителей, цветы, аплодисменты. Исполнительница главной роли Татьяна Акуневская выходит на поклон и к ее ногам выносят корзину с 200 черных роз. Среди цветов записка. Они срезаны не моими руками, но с тех же кустов несколько часов назад. Я беспрерывно думаю о вас, и вы не сможете выбросить меня из сердца. Это от Тита. Она помнит его загородную резиденцию в Белграде, куда сам маршал пригласил ее, вышел навстречу ей в штатском с садовыми ножницами и только что срезанными черными розами. На момент встречи с Тито Акуневской уже несколько лет жена Горбатова, которая казалась счастлив видеть у своей супруги таких выдающихся ухажеров. Может, это поднимает его в собственных глазах. Актриса знала цену своему браку. И во время одного из банкетов даже услышала в свой адрес: продажная сука, продала свою красоту и талант цыковским халуям. Услышала и стерпела. Но сказки заканчиваются, если не в полночь, то чуть за полночь. Маршал продолжал регулярно присылать Акуневской огромные корзины роз на каждый ее спектакль, но дальнейшие отношения, помимо тех платонических,
которые их связывали, были вряд ли возможны. Однако на этом югославская тема в судьбе Акуневской не исчерпалась. У нее случился настоящий роман с послом Югославии в СССР Влада Поповичем. Закончился он банально. Влада устроил истерику. Акуневская это не переносила. Они поругались, Попович из Союза уехал, больше они не виделись. Все. Не менее влиятельным и роковым ухажером актрисы стал и тогдашний министр госбезопасности СССР Виктор Абакумов. Но как ухажером? Ему не повезло. Соответственно, и ей тоже. Когда в гостинице «Москва» во время одного из приемов он попытался поцеловать Акуневскую, она влепила ему пощечину. Правда, тогда она не знала, кем в реальности был этот человек. Абакумов пощечины не простит. В доносе будет сказано, что Акуневская, встречая Новый год под Веной, в особняке маршала Конева подняла тост за тех, кто погибает в сталинских лагерях. А в другом месте произнесла тост со словами «Все коммунисты – лживые и нечестные люди». В ноябре 48-го актрису арестовывают по 58-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Мужа ее, Горбатова, вызывает к себе Абакумов. Муж не пытается вступиться за супругу, он напуган. Акуневская назовет это предательством. Она ничего не подпишет. 13 месяцев проведет в одиночной камере-холодильнике, где ее не только будут допрашивать, но и избивать. Будут выводить из ледяного подвала и сажать спиной к раскаленной печке, так что от перепада температур у нее будет выкручивать кости. Ей дадут 10 лет. Она сменит 5 лагерей. Первое письмо от матери дочь Инга получит лишь год спустя после ареста. И одним из самых страшных воспоминаний для нее станет поездка к матери в лагерь. «Когда мне дали разрешение на посещение мамы, — будет вспоминать Инга, — это было незадолго до ее освобождения, я ждала второго ребенка. Долгий путь, чемоданы тяжеленные с консервами, вареньем. Из поезда выносить их было непросто. Хорошо солдатики помогли. Начальник лагеря Акуневскую не любил, но комендант был ее поклонником и даже влюблен в актрису. Поэтому встречу нам организовали на высшем уровне. Накрыли стол на берегу озера перед лагерем. Принесли чай». Но вот эта слишком уж идиллическая картина будет перечеркнута однажды, когда Акуневская на глазах солагерников даст пощечину самому начальнику лагеря. И в этих условиях она будет оставаться столь же независимой и с такой же прямой спиной, как и на высоком банкете. За эти годы актриса несколько раз будет на грани голодной смерти. Однажды едва не умрет от тяжелой инфекции. Но даже в самых чудовищных условиях человек тянется к любви. Там, в лагере, она встретит свою первую и единственную в жизни любовь. Это будет ее Алексей, Алеша, аккордеонист лагерной самодеятельности. Акуневская напишет: «Друзья, знакомые, богатство, бриллианты, собаки, лошади – все это меркнет перед любовью. Вот я встретила в лагере человека, в лагере, где ни взглянуть, ни дотронуться нельзя, ничего. И в первый же момент между нами что-то прошло, как ток от высокого напряжения. Если бы кто-нибудь что-нибудь заметил, его бы немедленно отправили на лесоповал. Он тайком передавал мне свои стихи, и только однажды нас вели на концерт. Зима. И вдруг повалил снег. Такой крупный, хлопьями, какой увидишь только в Большом театре, как в сказке, и сразу конвой: стой, стрелять будем!» Мы встали. Перед глазами снежная пелена, руки своей не видно. Я стою, он рядом, и вдруг так спокойно его мягкие губы слышу. Слышу такое нежное объятие. Это длилось, по-моему, несколько лет, не меньше. Мы застыли. Все исчезло. Если бы мы даже
Голые на снегу стояли, мы бы этого не заметили. И, конечно, попали бы в карцер. Но моя приятельница, увидев, что снег начинает редеть, тихо просунула между нашими лицами руку в варежки. И все. На этом все закончилось. В нашей любви был один единственный поцелуй, который я, если бы прожила 300 лет, никогда не смогла бы забыть. Он остался в моей душе, сердце, теле. Один единственный поцелуй. Вот этот поцелуй и снегопад. Какая сумасшедшая картинка, не правда ли? Увы, никто из ее родных Алешу никогда не увидит, а ей придется пройти еще через множество испытаний. Об этом и о многом другом во второй части программы после Нани Бригвадзе и рекламы. С вами Валерия Коренная. Не переключайтесь. В эфире программа «Крылья с чердака». С вами Валерия Коренная. А мы летим на наших крыльях с чердака в жизнь красавицы, советской актрисы, сильной женщины, прошедшей через славу взлеты, падения и лагеря. В 1954 году Татьяну Окуневскую выпустят на свободу. Ее возлюбленный Алексей, с которым у них была платоническая лагерная любовь, останется там, в лагере, а через какое-то время, освободившись, умрет от туберкулеза в Эстонии. Когда актриса узнает об этом, она обрадуется, потому что, как она выразится, познала любовь и не успела в ней разочароваться. Пока она была в лагере, у ее мужа Бориса Горбатова случился инфаркт. За ним ухаживала женщина, на которую он женился. В квартире появилась новая хозяйка. «Я из лагеря вышла в одном ватнике», — напишет Окуневская. «Все мое имущество разворовали, растащили. В мою квартиру новая жена Бориса Горбатова меня даже не впустила. Какие-то крохи отвоевала по суду, и все. Травля была страшная. Но я благодарна лагерям за то, что там научилась фантастически разбираться в людях. Стала как под рентгеном их видеть». Мнение дочери расходится с мнением матери о Горбатове, который на момент ареста Окуневской был секретарем парторганизации Союза писателей. Дочь считает, что именно он спас и ее, и мать, и бабушку. Все передачи в лагерь для матери были оплачены его деньгами. Окуневская же хороших слов о Горбатове не говорила. Как бы то ни было, после освобождения она стала жить на Арбате с дочерью и ее мужем, врачом Давидом Лепницким. Окуневская скажет, что выжить ей помогли папины наставления: не подчиняться гнусности, сопротивляться. «Стоило чуть-чуть снизить планку, — будет вспоминать актриса, — и меня в ту же минуту сожрали бы. Но парадокс, я так и не узнала, за что сидела. И, наверное, я треть бы своей жизни отдала за то, чтобы прочесть свое дело, понять, в чем была причина моего ареста». Ждал ее из лагеря один поклонник — Владимир Петрович. Он за ней ухаживал еще в 37-м. Поклонника ничего больше, как вспоминала дочь. Потом они не виделись практически всю ее жизнь, а за 5 лет до маминой смерти он, заслуженный строитель, симпатичный, милый джентльмен, появился. Он очень трогательно к маме относился, приносил цветочки, еду вкусную, раков, которых она обожала. В Париж возил. Мама его очень ценила. Это был редкий случай ее теплого и нежного отношения к мужчине. Он умер раньше нее, и она ездила на похороны. Лагеря подорвали здоровье Окуневской чудовищно. Больное сердце, легкие, поражены почки, печень, отеки ног. Так что делает она? Правильно. Садится на диету. Начинает заниматься йогой. Обливается ледяной водой. «Как только я закончу заниматься йогой, я просто умру», — говорила Окуневская в последние годы. «Я уже 42 года ею занимаюсь. Что меня привело к этому?
совершенно безнадежное состояние здоровья. Я вышла в чудовищном состоянии после лагеря. 42 килограмма веса. Я чистая вегетарианка. Не ем ничего убитого руками человека. Яйца и молоко очень редко могу позволить. С зятем отношения не сложатся. Тяжелый характер Окуневской вынуждает его поставить ультиматум жене. Или я, или твоя мама. В итоге он снимает теще большую комнату. Через год она получает свою квартиру, куда будут приезжать подруги и друзья. Хозяйка будет варить свои традиционные щи в ведре, чтобы никого не оставить голодным. Ее вновь возьмут в труппу театра Ленинского комсомола, правда, на второстепенной роли. Денег будет мало, но о помощи она никогда не заикнется. К счастью, под свое крыло ее возьмет Госконцерт. И она будет работать в любых условиях. Переезды на разбитых автобусах, концерты в промерзших клубах, в самой глуши, в деревнях. Но и в 70 лет, и даже в 80 актриса будет продолжать выходить на сцену. И каждый раз будет испытывать потрясение от публики, которая приходит на ее концерты, которая ее так любит. И всегда с ней рядом будет какой-нибудь молодой человек, помощник и носильщик ее чемоданов и костюмов. Ее непредсказуемость в отношениях с мужчинами могла проявиться внезапно. Прилюдным резким словом, взглядом она была человеком крайностей. Самой красивой парой Окуневская считала Григория Александрова и Любовь Орлову. Ее Татьяна Кирилловна называла изящной, мягкой и отличной опереточной актрисой. Еще во время съемок в «Пышке» она познакомилась с Фаиной Георгиевной Раневской, которую назвала очень интересным существом. «Не гений, как ее пытаются сейчас выдавать», — писала Татьяна Кирилловна, — «но довольно талантлива. В последние годы жизни у нее была какая-то сволочь-домработница, которая забирала у нее все деньги за то, чтобы два раза в день вывести на прогулку ее песика. Такая наглая!» У Раневской, помимо актерства, было особое мышление, с которым, что бы она ни играла, все было интересно. Вот так считала Окуневская. В середине 50-х в ее доме оказывается молодой актер, родом из Грузии, на 12 лет моложе. Пока его еще никто не знает. Это позже он прославится единственной заметной ролью – Остапа Бендера в «12 стульях». Молодой актер Арчил Гамиашвили. Он потрясен Окуневской, ее силой, ее независимостью. Он уговаривает ее обвенчаться, но так же быстро, как она загоралась от любви, с не меньшей скоростью актриса перегорала. Арчил Гамиашвили потрясен. Так же быстро, как она загорится от любви, она перегорит, они разойдутся и практически не будут встречаться. Но воспоминания друг о друге останутся у них светлые. Через 2 года после возвращения из лагеря Окуневская снимется в фильме «Ночной патруль», причем в отрицательной роли. Игра в этом фильме не принесет ей славы, как и в последующих картинах. Как ни странно, больше всего киноработ получит актриса 80-е и 90-е годы, когда ей будет уже за 70. И в любом возрасте она будет оставаться сумасбродной, живой. И однажды прямо со свадьбы собственного внука, когда ей будет за 60, она отправится в табор с цыганами, которые в соседнем зале ресторана ВТО в конце месяца мая гуляют в роскошных шубах. Домой Окуневская вернется через 1.5 месяца со словами, мол, «Я думала, что цыгане такие особенные». Но в таборе цыганки стали ревновать своих мужчин к актрисе, и табор она покинула. 1975. Дочь Инга выходит замуж во второй раз за очень известного человека, Виктора Суходрева, переводчика первых лиц государства, в том числе Хрущева и Брежнева. Окуневской нравится проводить время в кругу молодежи, с друзьями внука. Ее знакомят с Борисом Гребенщиковым, Виктором Цоем, такими же, как она, независимыми по духу. Ее ценят за то, что она всегда говорит правду. В последние годы Татьяна Кирилловна вставала в 6 утра, обливалась ледяной водой, 3 минуты стояла на голове и садилась за стол. Она написала книгу воспоминаний «Татьянин день» и работала над ее продолжением, но не успела. Дочь считала, что многое в воспоминаниях матери выдуманное, что она любила приукрасить свою легенду. После выхода книги многие на нее обиделись, перестали общаться. Окуневская тогда сказала, «Я ведь старуха, кому я нужна?
Может, не могут простить откровенности? Я всегда говорила только то, что думала. Из-за этого и страдала. Когда ко мне приходят мои оставшиеся окуневки, так называли появившихся еще до войны поклонников актрисы, и спрашивают, почему я не держала язык за зубами, отвечаю, что тогда я была бы не я. Я прожила жизнь так, как считала нужным, и довольна ею. Тяжелая ли эта штука жизнь? Очень. Кто-то из умных сказал, что характер человека – это его судьба. Существует 10 библейских заповедей, вот их и надо соблюдать, говорила Окуневская. Она не признавала слова «старость» и считала, что еще на многое способна. Уставая от соблюдения режима, она могла позволить себе и хорошенько выпить, и закусить. Пила она исключительно водку. В последние годы разругалась в пух и прах со своей подругой Мариной Ладыниной, с которой была очень близка. Подружилась почему-то с Ренатой Литвиновой. Та сняла фильм об Окуневской, перекроив интервью с ней на свой лад, взяв в картину людей, которых Окуневская видеть там не хотела. В итоге она назвала Литвинову клинической шизофреничкой и заявила, что та абсолютно не владеет ни актерским, ни тем более режиссерским мастерством. В 2000 году Окуневскую пригласит Александр Мета сняться в сериале «Граница. Таежный роман». Актрисе будет уже 85. Роль напишут специально для нее. Съемки без проб. Работать в столь почтенном возрасте она будет так же, как все. По 12-14 часов в день. Без капризов. И на склоне лет Окуневская сохранит прекрасную форму и острый ум. На 86-м году она решится на пластическую операцию, вторую в ее жизни. Дочь вспоминала, что мама была решительно настроена на сохранение молодости и могла пойти на многое. Но вот этот шаг окажется роковым. Ей занесут гепатит С. Татьяна Кирилловна боролась с недугом, но вскоре начался рак костей. И все же с новой внешностью она сыграла в фильме «Сезон охоты 2». Но организм уже должен был бороться с болезнью. Когда она лежала в больнице, ни в какую не хотела, чтобы ее видели посторонние. Рядом были дочь и внуки. Татьяна Кирилловна Окуневская скончалась 15 мая 2002 года. Ей было 88 лет. Похоронена актриса на Ваганьковском кладбище. 26 фильмов будут напоминать нам об этой удивительной женщине. Вся ее жизнь была и благодаря сильному характеру, и вопреки всем бедам и страданиям. И даже если Окуневская нарисовала, придумала главную любовь в своей жизни, гармониста Алешу из лагеря, пускай так и будет. Она имела на это право. На склоне лет она сказала, если вы будете писать обо мне, ни в коем случае не называйте меня великой и гениальной. Можете написать все, что угодно. Даже то, что я на старости лет стала проституткой. Только не пишите, что я гениальная актриса. Кто я? Просто счастливая женщина, прожившая свою жизнь так, как считала нужным, и ни о чем не жалеющая. Глядя на эту уверенную в себе, красивую и сильную женщину, трудно понять, как можно было пережить все жестокости судьбы, которыми ее снабдили по полной программе. Сначала возвысив до небес, подняв на самую высоту, сделав кумиром, а затем сбросив с вершины на самое дно. Даже в мемуарах она оставалась загадкой. Бесчисленные поклонники, страстные романы, трагические связи. Однако дочь Окуневской считала, что ее мать могла бы войти в историю как величайший мистификатор 20 века. Она говорила, что мать была прежде всего актрисой, не перестававшей играть и вне сцены, и вне площадки. Домашней мамы дочь никогда не видела. Она брала некий образ, вживалась в него и остановиться уже не могла. В повседневной жизни ей нужна была публика, нужно было быть в центре внимания. У нее была одна цель – стать большой актрисой, и все усилия были на то направлены. Именно это помогало ей выжить. Лагерный драматизм на воле превратился в обычную рутину с борьбой за театр, роли в кино, желанием восполнить 6 лет лагерей романами, неудачными и удачными. Это сложнее, чем описывать и придумывать себе героев. Окуневская никогда не была одна. Даже один брак у нее случился после лагеря, но ни она, ни дочь имени этого недолгого мужа никогда не называли. Своим хобби Окуневская считала чтение. На последние деньги подписывалась на журналы «Наука и жизнь», «Знание и сила». Только на химию из жизни хватило, как она сама говорила. «Наверное, я была бы ученым. Могу читать сутками
не отрываясь. Мне интересны новые идеи, новые люди. За свою бескомпромиссность, неумение молчать и получать выгоду от общения с людьми Акуневская расплачивалась всю жизнь. Но за эту же прямоту ее и ценили. Она говорила, что предпочтет злой интеллект доброму болвану. Ее жизнерадостность и уверенность не могли не заражать. Режим дня, когда ей было за 80, был следующий. В 6-7 подъем, стойка на голове, йога, гимнастика, душ с чередованием холодной горячей воды, письменный стол с мемуарами, лекарства она никогда не пила. Главное не биться головой об пол, а сохранить в себе духовную чистоту. А дальше? Дальше полет, говорила она. И несмотря на все испытания судьбы, ее любимым выражением было «никогда не плачьте заранее». Не надо из меня делать что-то несчастное. Вот именно о такой удивительной, сильной женщине поет Алла Борисовна Пугачева. А я благодарю за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь. Мы расстаемся до следующего вторника, услышимся в полдень на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, Нью-Йорк. С вами Валерия Коренная в программе «Крылья из чердака». Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Вы слушали программу «Крылья из чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.